Давайте посмотрим Outriders. Так, единственное, надо. Я помню, елочь запускал, там было очень громко. Я сейчас сделаю потише. Чатик умер. Бывает, бывает. И во-вторых, там что-то надо как-то аккаунт запустить, непонятно. Там елочь что-то тоже делал. Сейчас посмотрим. Так, ты будешь вообще запускаться? Ага, запускается. Главное, чтобы не минус уши. Заставочку показывает. Ля какая. People Can Fly — ребята, которые разрабатывали Painkiller. Всем известный, всеми любимый, давно забытый Painkiller. Ну да, типичный лутер-шутер с хорошей графикой. Скукота. Ну посмотрим хотя бы. Почему нет? Тем более абсолютно бесплатная демка. Мне может потом... Вдруг мне понравится, и я ключик попрошу. Можно будет хотя бы сюжетку пройти. Как-никак сюжетных игр сейчас практически не выходит. Да. Я не альтабл. Так, сейчас. Учетная запись тенками. Да, я знаю, спасибо. Ты все-таки Steam подключишь? Заодно пока заставочки будут, я успею покушать. Приступая к игре, вы соглашаетесь с нашими условиями, как скажешь. Ой, ну что тут заставочка подрубили. Вот, заодно покушаю. Today we shall see victory. A great new author. Подождите, у елки же прям русский был. Там же прям даже русская озвучка, по-моему, есть. The anomaly should have killed us. But instead, it left us something more. Altered and Outrider. Приятного аппетита, спасибо. Only we can lead them to a future. 0 FPS, ну вообще, кстати, 24-30, да. Чем лагает там? Стиме, друзья, и чат выйти из сети, чтобы не фризило. Whatever we were before, а? We're something new now. We were given a second life. We can't waste it. Лол, и правда. Кек. Да, помогло. Как это связано? А помнишь, в ДБД завезли внутриигровой список друзей, который, ну, как бы, очень плохо работал, и из-за него тоже в ДБД все лагало. Ура, опять вот шутер, никогда такого не видел. Да. Да. Так, ну, мы всегда затяночек играем. Персонализировать персонажа. Ого. Случайный выбор. Подожди, так это случайный выбор из тех, что вот здесь есть, да? Ясно. Ну, я даже не знаю. Чё, давайте я вначале волосы. А чё у них всех такие короткие стрижки? Я длинные волосы люблю. Так, ладно, а у мужика там чё?
Мужик, кстати, брутальный такой. Может, за мужика поиграть? Вот ёлочь вот этого, по-моему, делаю. Какой викинг. Ну вот стартовый, кстати, брутальненький. Вить, привет. Здорово. Что-то мне не нравится просто у тяночек, что все прически какие-то короткие. Корпус. Конечно, это не лицо, это выбор корпуса. Не знаю, Гоза вот этого брутального викинга играть. Так, ребят, по утконосу сейчас вроде как промо-ссылка не работает. Ну, промокод работает, а вот по ссылке вы пройти, скорее всего, не сможете. О, вот этот брутальный чувак. И глаза голубые. Настоящий викинг. Ладно, я слишком долго сижу в персонализации персонажа, которым я не факт, что буду много играть. Ну, в плане, буду ли я вообще играть в эту игру. Как черяшка с бородой выглядит странно. И вот этот еще более как будто парик. Это же Уолтер Уайт. Во, я создам деда себе. Буду дедом играть. Кстати, брутально отметина через все лицо. Сережки. Брутальный дед с сережками. Или надбровной херней какой-то. О! Ля какой! Вот этот дед. Почему Тян создает мужика? Мне не очень понравились тяночки, которых тут можно создать. Во, вот это наш дед. Ньютон. Ну ладно, пускай будет Тян. Спасибо, что играли в демоверсию. Я еще не поиграл. Демоверсия полностью включает в себя вводную главу. Главу игры, все данные своего персонажа можно перенести в полную версию. Вот это, кстати, круто, что они из демки переносят в основу, чтобы потом не перепроходить, потому что я бы не хотел, например. Много дополнительных заданий и территорий, вы познакомитесь со всеми системами, доступными в начале игры. Совместная игра со свободным входом и выходом будет доступна после того, как выберете класс персонажа. Вам надо выжить любой ценой. Совет. Атака, ваш второй я убивайте, чтобы лечить себя, как скажешь. Уровень мира, это Геншин. Все, это Геншин. Уровень врагов минус 2, уровень врагов минус 1. Хех. Пролог. Сыграть с друзьями в сети. Не, спасибо. Ну, давай начать новую игру, хорошо. Надо было настройки посмотреть, стоп. Тихо. Где настройки? Настройки. Во-первых, потише сделать. Давай так. Что по графону? Полная экранка, оконы без рамки. Будьте добры, спасибо. Масштабирования нет, вертикалочку можно. Ограничения, ну, допустим, нет. Нет настройки. 60 FPS. Что там по вертикалочке? О, все, теперь 260 FPS. Спасибо. Ну ладно, на геймпаде я играть не собираюсь. Все, поехали, новую игру, и я пойду поем свою пиццу. Ведь эта демка не только для стримеров, это демка для всех. То есть она просто в Стиме доступна, все, кто хочет, могут поиграть.
Земля погибла, мы ее уничтожили. Построили 2 космических корабля, чтобы отправиться к звездам. Но остался только один корабль, выжили только мы. После космического путешествия длиной 80 лет мы наконец-то здесь. Где здесь? Снова на Земле? Или на Марсе? С Илоном Маском и его роботами. Приятного, спасибо, чат. Планета Енох. Последний шанс человечества. Последний шанс человечества в нормальные игры — это Геншин. Кста. Ну, сейчас посмотрим, что тут. Да, Скайль, новости уже целых 2 дня. Да не сегодня, вчера еще, по-моему, было. О, полная русская озвучка. Отключается. Запуск вспомогательных турбин. 20 секунд до входа в атмосферу. Ускоряйтесь и разворачивайтесь. Первичное зажигание на 30%. Поворачиваю. Пим-пим-пим-пим. Поворот завершен. 20 000 футов. Снижение. Автомобиль. У нас помехи. Переключитесь на усиленную антенну. Подтвердите прием сигнала. Что за ДЦП? Что за Старкрафт? Что за Mass Effect Андромеда, ребят? Вы неправильные вопросы задаете. Двигатель отключен. Мы приземлились. Мы же исследуем новую галактику, новую планету для человечества там. Ну. Вопрос не по теме. Ну, я, к сожалению, не могу прочитать твой вопрос, потому что тебя затаймал сегодня. Почти как дома. Это меня и пугает. Но, босс, у нашего деда что-то недостаточно брутальный голос, по-моему. А графа точно максимальная, честно говоря, какая-то угловатая. Тридцать FPS, кстати. Снайперов на 3-ю и на 6-ю линию обороны. На установку командного пункта даю час. Бегом! Готман, сюда! Гитман? Ты знаешь, чем мы рискуем. Флорес уже наполовину разобрали. Двигатель будет питать город на 500 000 жителей. Если у первопроходцев что-то получится, сразу докладывай мне. Сэр, я просто слежу за порядком проведения... Здесь не земля, Шира. Здесь нет никакого порядка. Внимание, первопроходцы! Я знаю, о чем вы думаете. Назад пути нет. Причем здесь NVIDIA, Маркетс? Никто не знает, что нас ждет впереди. Но заковские головастики не одобрят посадку, пока мы не найдем их зонды. Так что за работу! Но графон рели какой-то, какой-то пиксельный. Сейчас посмотрим. Первый проход с Альфа. Как слышно? Это Альфа, прием. На линии атмосферный шум. Не можем связаться с зондом. С анальным зондом. Системы в порядке. Мы разобьем лагерь. Он сказал «кам». Ну, кстати, до этого была заставка, да, обычная. А вот сейчас, поскольку видно, что 130 FPS, а не 30 ограничения, это уже, видимо, вот графика из игры. Угу. Даже онлайн-игра, да, это копчик на 3 человек. Чтоб тебя не съели в первый же день. Да успокойся. Это вообще не обязательно. Удачи, Реупар. Если бы не ты. Не, ну тут уже получше, типа, в заставочке что-то так себе было, а идем. В самой игре как-то, ну, не всем знаю, получше вроде. Что у меня там воздух, а? Тиринга нету особого. Не пойму, как можно дышать чем-то. Я просто думаю, надо вертикалку ставить или нет. Да не, нормально вроде. Все, не перебиваю, прости. Поверь. Свежему тоже быстро привыкнешь. Просто мы не должны были быть здесь. Чувство вины. Думаешь, хоть кто-то его тут не испытывал? Да не, Марковец, нормально все вроде.
Что, Y закрыть, Ctrl, перелезть. Не убил бы настоящих первопроходцев. Здесь точно не было бы жалкой кучки наемников. Я нанял тебя за напор и настойчивость. Какие-то они тихие, надо их погромче сделать. То я их перебиваю очень сильно. Не, ну графика, что здесь? Дополнительно, максимальная, все нормально. Уровень мира один, этот Геншин Вол. Да почему Ctrl-то? Почему Ctrl? Почему не пробел? Здрасте. Знаете, что мне напоминает эта машина? У меня такое чувство, как будто это... Как в старых стратегиях. Мы сейчас найдем место, и вот она разложится в целую базу. Не знаю, в чего. Как в какой-нибудь там, я не знаю, Дюне, по-моему, так было. Да, разобьем лагерь, ну я так и говорил. Бои знают, что тут безопасно. Я о чем? О, привет. Какая-то горилла гигантская. Эти 30 FPS-ные заставочки. Специально для консолек с ограничением. 30-чиком. Подожди, Square Enix разве не для PC делают игры в основном? Так, народ, чё за язык был? Кадберг, Скарстед, на вас периметр. Укрепления должны быть готовы через час. Якуб! Проверь снаряжение. Утман! Гитман! Заводи свой сканер и ищи уже эти чертовы зонды. Эй, ты. Подойди. Да тут я, тут. Эй. Это дач. Не знаю, что там творится. Хочу перестраховаться и отправить лучшего бойца. Справишься? Просто скажи, что нужно делать. Из наших пушек 100 лет не стреляли. Иди к Якубу и проверь снаряжение. Приготовься выходить, как только обнаружим зонды. Вопросы есть? Где искать будем? Земли по-прежнему. Ее правда нет? Мы потеряли связь где-то 65 лет назад. Как и предсказывали. Зак подтвердил, что с тех пор... Да, да. Похож. Знаешь, я рос в нищете. Голодал. И потерял всех еще... Сережки у него топовые. Апокалипсис. Меня не беспокоил. Я и не рассчитывал дожить до 20. А дожил уже до 80. Я оттуда выбрался. Судя по бородке. Но не знаю, что мне делать здесь. Прощаться с прошлым. Если все пойдет по плану. Это новая жизнь. 65, а я о чем? Ты можешь завести семью. Думаешь, не староват я для этого? Потолстеть и постареть. Но я... Это буду не я. Это буду не я, говорит. А не с детьми. Здесь не нужны такие, как я. В самом деле, внешку, ну так немножко выбрал, да. Нет. Но ты в числе избранных. Не упусти свой шанс измениться. О, тут что есть выбор диалогов. Ну, твои родные вырвались с земли. Ну, а из твоих кто-нибудь выбрался с земли? Мой брат. Почти. Но нет. Его заморозили в ходе эвакуации. Думали, остановим кровь. Но было уже поздно. Твою ж мать. Ах, вот про какую камеру ёбач говорил. Да я даже не думал об этом. Почему она так дрожит? Ну а как же Сара? Она в порядке? Да. Моя Сара здесь. Ее группу не будут будить еще полгода, но я подожду. Я не сказал тебе в этой суматохе, но, в общем, дочка беременна. Так я выбил ей место. Два по цене одного?
Так вот чего ты такой радостный после разморозки. Не наглее, а? Да, дедушка, сэр. А я думал наоборот, на такие корабли не берут беременных. Им же тяжелее там пережить, я не знаю, нагрузки, наверное, там полет в открытом космосе. Поищу стрельбище Якуба. Их еще и заморозили. Мы ждем ответа о зондах. Будь наготове. Есть у меня один ответ про зонды. Jade Access Journal. Джек Теннер, это планета, наш последний шанс, первый проходец. Другого не будет. Ветеран множества конфликтов, разгоревшихся на Земле в последние годы перед отлетом, возглавлял отряд профессиональных наемников, которые представляли свои услуги тем, кто заплатит больше. Имя Теннера было достаточно известно после гибели всего изначального состава первопроходцев в катастрофе на каравелле. Теннер получил предложение от ЗАК воссоздать отряд заново, возглавить его. Ладно, как скажешь. История и культура. Задание первопроходцев. Земля. Что мы здесь вообще делаем, собственно? В 2032 году на Земле сильно повысился уровень сейсмической активности. Кто-то утверждал, что это связано с тем, что сверхдержавы проводят секретные испытания оружия, способного вызвать землетрясение в любой точке земного шара. Другая теория гласила, что сейсмическая активность связана с разработкой экспериментальных технологий, влияющих на силу тяготения. Третья версия относила происходящее к эффектам глобального потепления, которое без того вызывало немало катаклизмов, вроде пробуждения спящих вулканов и появления огромных цунами. Какой бы ни была причина, ситуация стремительно делалась катастрофической. Исследования показали, что в дальнейшем землетрясения станут еще более мощными и частыми, а это приведет к изменениям климата, загрязнению мировых запасов воды, уничтожению городов. Словом, всего 100 лет Земля станет непригодна для жизни. Лидеры государств держали это в тайне до 2048-го. Когда первое глобальное землетрясение унесло жизни сотен тысяч человек. В последующие десятилетия глобальные катаклизмы стали нормой, целые города уходили под землю или на дно океана, и в мире начался хаос. Нестабильная ситуация повлекла за собой бунты и анархию, многие страны пытались найти способ спасти человечество на строительство задачи неспособных народов. А, чё? Строительство плавучих городов, космических ковчегов, огромных подземных бункеров были потрачены запредельные суммы, но общая неподъемность задачи и неспособность народов сотрудничать приводили к срыву. В 2091-м, то есть через 40 лет, нифига, через 35 получается, 33, я очень хорошо считаю, 43. В 2091 году компьютеры Флорес приняли последнее сообщение Земли. Насколько известно, жизни на Земле больше нет. Контакт с планетой утерян. Попытка установления связи. Это все-таки произошло. Сегодня я включил прибор и обнаружил в бортовом журнале записи о тысячах попыток установить связь с Землей. Даже не верится, что я это пишу, но Земли больше нет. Вот такие дела. Самое важное прочитали, побежали дальше. Куда там... Как скажешь. Якуб, дай пушки. Первый стример, читающий лор, но мне интересно а хоть немножко. Думаешь, если я планирую пройти хотя бы сюжет игры, надо по чуть-чуть почитать, что тут творится вообще. Все это можно видосиком в 5 минут рассказать, но зачем? Пусть читают работяги. Ну как, не, в видосе же было то, что все, Земля разрушена, мы улетели, все, рассказали за 10 секунд. Последний день на Земле был кошмарным. Последний день был не из легких. Я не знал, выберется ли хоть кто-то. Мы чудом выжили. Все думаешь об этом? Да, с ума сойти. Прошло 80 лет. А как вчера. Кулаки болят, в ушах стоит звон перестрелки. Да уж, тысячи людей перестрелки. Пытались пробиться, толкались, дрались. Ломились к нам в шаттл. Пусковая еле выстояла. Я много войн повидал, но это был просто, блин, бедлам. Послушай, выбраться могли или сколько они, ты войн или повидал, мы, тебе мы лет 35. Выполнили свой долг. И продолжаем выполнять. Поддерживаем друг друга. Ну еще бы. Кроме Кэпа и Кадберт, ты единственный мой выживший знакомый. Единственный, с кем стоит водить знакомство. Я рад, что ты выжил. Но анимация лучше, чем в Андромеде. Я тоже. Брутальный у нас дед.
Так, я хочу попрактиковаться. Пора проверить снаряжение. Ты чё, потренироваться хочешь? Ну, за дело. Катаклизма немало, наверное, войн. Ну, возможно. Space to enter cover. Симпатичненько. Да, новенькая. И сразу тебе в руки, босс. Шутанчик, укрытие. Фига он резвый. Резвый дед. Че такой быстрый? Ну а в танк попадешь? Сейчас бы в танк не попасть. Я говорил, как я рад, что мы по одну сторону баррикад. Давай, попробуй, а? Чё он такой быстрый? Сайдарм, Q поменять, зажать на два пистолета, вау. Здорово, да? Да нет, вполне себе обычно, я небольшой фанат шутанчиков, друг. Супер, хватку не теряешь. Сейчас бы в танк с автомата, да. Тут-с. Бля, какие перекаты делают? Может, меня перекатом научите, что ли? Тут-тут-тут-тут-тут-тут. Ну все, хватит выделываться. Да то есть! Да сколько вас еще здесь будет-то? Черт! Спустя 80 лет даже лучше целишься. Да, получается. Чё, используйте ammo-коробки, чтобы пополнять... Спроси, нашла она что-нибудь? О, пополнить запасы, спасибо. С кем поговорить? С Широй. Почему бегать нельзя? Где shift? Коллектабл с журналы можно открывать. Там пара в любое время. Широ... А, это Гитман. Понял. Боже мой. Наверное, в CSGO много играешь. Каждый день прохожу специальные карты, чтобы тренировать АИ в CSGO. Ты Широ, да? Сдигла. Прости. Как тебе этот вид? Красота. Да. Был бы интернет, могли бы выложить. Это для науки. Да я просто прикалываюсь, Широ. Как успехи с зондом? Пока сканируем. Не знаю, что делать, ведь... Что такое ковак? Сигналы зонда просто исчезли. Да, на чем сошлись? Мне напоминает только о главном герое из сериала. Но не отсюда. Ну, кажется, данные были верны. Мы же дышим. Да, какой там ковач был в карбоне? Не сможет сюда еще 500 000 человек, пока мы не получим данные зонда. А что будет... Если мы их не получим. Они со своими зондами. Спроси, чего полегче. Эй, а он должен так мигать? Оу, это зонд. Таннер, кажись, есть сигнал. Он близко. Отлично, первопроходец. Найди эту хрень и посадим нашу крошку. Он же их друг, там, типа, они знакомы давно, момент. И называют его это надо первопроходец. Чё, это тоже для науки, да? Вот когда ГГшку в... Кек. В Геншин называют этим путешественницей, ну, вроде, ну, типа, с ней же не сразу все знакомы, правильно? Тут, конечно, да. Это же ирония, нет, я думаю, что это будет официальное имя главного героя на протяжении всей игры, наверное, я не знаю. Ну, типа, чтобы у него не было имени, чтобы вы могли ассоциировать себя с главным героем. Было движение на 9 часов, что-то крупное. Бойцы на позиции, защищать периметр, не стрелять, пока не разберемся. Ну да я посмотрю, что в трубке-то.
Чё собирать нельзя? Я вижу какую-то гиеновидную корову. Да, я тоже это вижу. Это целое же... стадо. Мы точно знаем, обезьяны что вся фауна тут скорее. Вегетарианцы. Травоядные. Мы говорим травоядные. Плевать. По мне они жутко уродливые. Нет, они поразительные. Наверняка их можно одомашнить и разводить. А, стейк из него... Да, стейк, наверное, вкусненький будет. Это подобие коровы устроилось прямо на моем пути. Может, сможешь достать образец ДНК? У нас сейчас другая задача в приоритете, но я попробую, если не спугну. Ох уж эти перебежки консольные. Убежал. Но задание выполнено. Прекрасно. Кажется, я слышу гром. Даннер, зонд здесь. Приземление было жестким, но данные вроде целы. Принято. Я сообщу в штаб. Хорошая работа. Минуточку. Таннер, я поймала второй сигнал, но с ним что-то не так. Не, ну графон на самом деле вроде ничего такое. Амплитуда колеблется, а она должна быть стабильной. Первопроходец Альфа штабу. Отложите начало операции. Понимаешь, это лутер-шутер именно, но хотелось бы побольше боевки с какими-то монстрами, а-ля как в Ремнанте. Черт. То есть я не хочу реально в укрытиях сидеть и стреляться с какими-то... Мы не имеем права на ошибку. Дай нам время. Кто здесь будет. Чтобы орбитальный интервал закрылся. Бандиты. Есть данные, мы садимся. Хотите искать, ищите, но без меня. Отбой. Первопроходцы, встречаемся у конвоя. Пора найти зонд. Стуц. Не, он скоростной у нас дедуля. Кстати, он боком реально бегает быстрее, чем вперед. Shift to start спринтинг. Ура! Новая запись в дневнике. Долина. Чудная долина. Все-таки найти подходящее место для посадки по-прежнему ни к чему не привели. В верхних слоях атмосферы слишком много помех. Выбирать место для основания колонии должен будет десант первопроходцев. На снимках с орбиты видна широкая, скорее всего, плодородная долина. Горы и густой лес. Okay. Ремнант тебе понравился? Ремнант охренительный. Морковец, да. С радостью как-нибудь бы в него вернулся и еще раз прошел бы в коопчике с друзьями, наверное. Но он такой очень задротский. На самом деле, когда я последний раз возвращался, я играл даже тем же персом, который у меня до этого был. Эй, Каддер, чисто прокачанным. Новости есть? Вместо сигнала сплошные помехи, но я отследила источник. Там. Ну что, не забыли галоши? Яков, планета другая, говнище все тоже. Почемистье. Кто знает польский чат? Что он сказал? Я просто только пару слов знаю. Говорить их не буду. Дерьма, кусок. Электроника сдохла. Грузовики встали. Дальше пешком. Чё-то у них какие-то БТРы не очень. Солдат, твоя главная задача Шира. Ясно? Под дождиком загнулись. Электроника встала, и чё, и всё? Пойдём пешком? О, а это Death Stranding какой-то, да. Мужик постарел сразу. Слюной, что ли, подавился? Порядок, я в норме. Боже. Ведите его на корабль! Скажите медикам! Что происходит? Эй, назад! Да нехер глотать черную смолу, которая с земли летит в небо. Ну, тупой дед.
Таннер, я нашел зонд. Понятия не имею, любовник, не знаю. Вижу движение. Проверю. Почему они вообще беззащитны чужой планете в плане масок? Ну, потому что это планета, которая должна стать новой землей, и, видимо, на ней штаб есть кислород, и им не нужны маски. Мы столкнулись с потенциальной биологической угрозой. Запрашиваю карантинные меры на... Оливия Кадберт на грани апокалипсиса. Таннер, я же сказал вам, болванам, никуда не ходить. Я лично отвечаю за посадку, и вы не имеете права... А почему они продолжают говорить, когда я открываю журнал? Отряд 2, оставайтесь на месте, мы к вам идем. Нужен медотсек. Времени у нас не будет. Что там было, удерживаете я? Иду к тому зонду, как с Карстер. Выглядит паршиво. Есть идеи, что это за черная дрянь? Может, сапрофит или мицелий? Мне нужны образцы. Или это яйца каких-то инопланетных чужих? Ну? О, бибизянки. Во, давайте мне побольше миличных противников. Хорошо. Ролл. С контролом. Ну чё, хочешь поиграть? Давай поиграем. Так, ну давай покажи хоть свой мувсет. Или ты так и будешь кусякать. Инопланетное существо. У меня есть милишка? Какая-нибудь. Центральная кнопка мыши. В. Я быстрее. Я быстрее. Я быстрее. Ай! Ау, патроны. Кстати, не помню, что там, пистолеты, а? Ага, на кьюшечку. Таннер, на меня напала эта корова. Взбесилась на ровном месте. Пришлось пристрелить. Да что эф-то? Я тебя понял. Стрим же идет, стрим идет. Ищи этот зонд. Я даже не убивал ее, постарался. Два раза пробил тоже уклонение. Ладно, посмотрим. А подоить? Мы ищем анальный зонд. Таннер, зонд тут. Надо было проверить, кстати. Передиски сваливай оттуда. Ведь корова могла ее съесть. Эй, погоди-ка. Он ретранслирует. Таннер, сигнал исходит не от зонда. Он извне зоны поиска. От кого-то еще на планете. Это невозможно. Здесь только мы. Забирай жесткий диск. Разберемся с сигналом на базе. Принято. Сейчас окажется, короче, что первый их корабль... А, черт. Он под напряжением, Таннер. Скажи частоту. На самом деле не разбился. Они все-таки долетели до этой планеты и уже частота. Живут тут. 9, 7, точка. Должны ж тут какие-то враги быть, правильно? Меня слышно? О, черт. Звучало как в Южном парке, что он напал и пришлось пристрелить. Да, он извинился. Таннер. Извинился за это. Тут что-то очень странное происходит. Твою ж мать. Нани? Что это, черт побери? Так, ну тут какие-то прикольные молнии у них бьют. Красивенькие какие-то. А у нас рисапчик Посейдон. И будет 4 годика. Да почти 4-й год, здорово. Before the world! Как делишки? Говорит Таннер! Код кратчей! Отложите посадку! Как делишки? Повторяю, ужас отложите были. Посадку! Максвелл! Ты слышишь? Слышу, Господи, слышу. Сзади, о боже, я ненавижу доджи за... с даблтапами. Скорее мы ждем! Я надеюсь, я их можно будет вырубить. А по ним еще ни одна не попала, да?
Побегу, я бегу. Первая катсцена Anthem. Я не смотрел Anthem, потому что я его, к счастью, не покупал. Я еще в бесплатной какой-то там бете, закрытой, открытой, я не помню, понял, что Anthem будет... Че, говном он будет. И не стал, к счастью, брать его тогда. Я не пробовал. Здорово, Кардон. Помоги мне! Уже нет собак. Будешь ролять после страшных героев? Или ты же сделаешь перерыв? Ну... Посмотрим. Я буду ролить все, чего у меня нет. Ну, кроме пушек, конечно. Все пушки не нравятся. Ля, дед, с тобой все хорошо? Давай, давай. Ничего не понятно, но очень интересно. То есть до этого у тебя ничего не работало. Из-за того, что здесь какая-то магнитная аномалия. А потом ты ударил по монитору, и оно запустилось. И крикнул волшебное слово. Ничего себе, Посейдон. У нас огромные потери. Возможно, заражение. Подготовить карантин на базе. И надолго? Черт! Максвелл, ты что творишь? А ты как думаешь? Сержант-майор, сэр, нужно вести карантин, нельзя садиться. Отчеты об этой планете оказались неверными. Здесь мы тут черные жижи блюем. Сядем сейчас, я погибну. Мы не отложим посадку, теперь уже нет. У нас нет выбора. Даннер, нужна помощь! Нам нужен врач! Позовите! Срочно! Нет, стоп! Они заражены. Ну да, не улетать же им. Это приказ. Чуть в новую планету искать, что ли? Тут хоть дышать Какой можно. Какой же ты урод! Посмотрите, у нас тут куча людей, которым очень нужен врач! Шевелите задницами, поступите правильно, или я... Нет! Изолировать. Живо. Я любил этого деда. А тела сожгите. Он был нашим первым другом на этой планете. Че, мы серьезно будем сражаться с нашими, просто с людьми, которые тоже, как и мы, высаживаются на эту планету? Максвелл совсем рехнулся! И это будут наши... Я помогу Райану! Это завязка ты сюжета? Рили? Да, прикрой, я займусь Максвеллом. Есть! Первопроходцы, назад! Это приказ! Ага, сейчас. Как только ты отзовешь своих отморозков. Сержант-майор, колонизация под угрозой. Необходимо предупредить Флорес. Вы посильнее. Удоражили... Вы поставили всю миссию под угрозу. Эквип! Херня. Херня, говорит. А мне нравится, что у нее обилочка какая-то есть. Шрапнель из костей при убийстве противника с помощью оружия. У него взрываются кости. Осколки наносят 60 единиц урона всем противникам. Да. Чё бы и нет. Во! Красота! А зачем... Напомните, зачем в укрытиях сидеть? Я, конечно, понимаю, что это еще пролог, все дела, но... Блин, вообще выглядит сочненько. Для тех, кому нравятся такие игры по типу Division, Достана и так далее. Зачем? Очень даже неплохо пока что. Подожди. Только Максвелл может отложить посадку. Тебе нужно его убедить. Сколько у них там вообще людей? Ну завязка просто. Типа, эй! Мы не можем здесь садиться. Здесь какая-то аномалия, и люди все заболеют и умрут.
дать им подойти? Нет, мы здесь сядем, а вас всех убьем. Ешь, чтобы наблюдать. Во. Мы же не должны его убивать, мы же должны его переубедить. Наблюдаю, я наблюдаю, да. У него башка взорвалась. Пойти против Максвелла. Против него уже не пойти, у него голова в коробке. Спрятал голову. Ну... Буря выполнена. Ладно. Поступи правильно! Отзови их! Живо, живо откладывай посадку! Поздно! Дед так кривляется, еще классно. Помогите с ранеными. Отведем их к врачам. Помогите! Я динозавр, у меня лапки. Дистанцию смешали с Mass Effect и с Anthem. Так, еще чуть-чуть. Все обойдется. Бля, какой у него костюмчик красивый, видели у деда? Это Что ты делаешь? Замораживаю тебя обратно, пока тобой не займутся врачи. Не будь дурой, мне не выжить. Подбадривать я не мастер. Ай, короче, сейчас мы проснемся еще где-то через 10 лет. И земля уже освоена. И идет гражданская война на новой планете. Киви, спасибо за ресапчик, приветик. Ну как не подписываться на этого питерского интеллигента Тянцмук Тянцмук? Это я, да. Базил. Когда Базил первый космический корабль разлетелся на куски? Когда твои товарищи-первопроходцы рассыпались в пыль? Когда удалось увидеть свою смерть? Но Енох не закончил с тобой, первопроходец. Как я говорю... Всегда можно все исправить. Ты кто вообще? Больше игр не будет, все. Не знаю, можно попробовать в картишки поиграть чуть позже, в катаклизм. Ты из какого года? Года. Какого года? Что? Твоя капсула. Где аппараты связи? Идем, док. Они идут, уходим. Мы что, их бросим? Это первопроходцы. Мы здесь не за этим. Прости. Кек. Mirror's Edge была? А. Fuck you. Fuck you! Земля уже освоена, и здесь идет гражданская война. Вот это поворот! Первопроходец. Думал, вас не осталось. Чего? А ты подойди и проверь. Мужик из маны. Посмотрим, быстро ли ты бегаешь. Давно ману не смотрел, надо пересмотреть, кстати. С остальными. Ваше первое задание — отыскать зонда. Я уже. Ну же, шевелитесь! Будет буря! Живей! Где? Где я? Захлопни пасть! Эй, солдат! Ты тоже из ЗАГ, да? В ничейных землях давай держаться вместе, чтобы выжить. Выжить что? Иначе эта буря нас поджарит. Эй, вы двое, сказал же, заткнитесь! Мы на месте, идем!
Ну, короче, Death Stranding. Не попади под хиральный дождь. Алю, в нашем конец. Быстро вали отсюда. Куда? Там буря. Думаешь, Алюму есть дело до бури? Твою мать. Давай сзади, через карту. Не получится. Давай бросим их и спрячемся. И лишим капитана удовольствия? Ты совсем охренел? Я не вижу. Я не вижу. А вот эти танки, с которыми нам надо было сражаться при помощи автомата. Зачем? Он ведь был ранен. Не будет мучиться. Так лучше. Вперед! 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 Сколько? Сколько она Короче, идет? Я не знаю, да? Сколько лет. Это война. Сколько идет? Не знаю. Началась до моего рождения. Это нахрен невозможно. Проспал этот дед. Эй, откройте ворота. Но люди отупели еще больше, чем до этого. Да, судя по всему. Уже почти на месте. В каком месте? Куда ты нас везешь? Я не должен... Да что с тобой такое? Только искрёт наш, что ли? Искрёт? Я только... Да, я тебя быстро просвещу. Первопроходцы обещали нам рай. И что мы получили? Новую планету. Инопланетные бури! Ни укрытий, ни еды. Нас просто бросили умирать. А твои дружки из ЗАГ торчат в своем бункере. Брехня! Было не так. Электроника отказала. Мы могли бросить вас гнить в капсулах, но нет! Мы спасли тебя, сукин ты! О! Я кому сказал захлопнуть пасть? Ты же сказал до твоего рождения. Добро пожаловать в долину смерти! Куда они его везут? Зачем? Если они тут всех убивают подряд. Бедный дед. С дымком. А еще все это в 30 FPS. Несмотря на то, что в этой заставке я могу крутить камерой. О, еще какой! Вперед, в нечаянные земли! Нечаянные земли звучит как проклятые земли. Аж поиграть захотелось. Вот эта игра была. Какой-то трэш абсолютно просто. Сука. Дед, ну возьми пистолет, перебей их всех, ты ж терминатор. Твою же мать. Ну, на него сейчас оно действовать, понятное дело, не будет, потому что он особенный. Потому что с ним там что-то произошло в самом начале, я не помню. Напился черной жижи, видимо. Секретная концовка, чат. Там было невидимое QTE, которое я пропустил, походу. Опа, выберите свой путь. Техноман, дальний бой, поддержка гаджеты, средняя дистанция, заклинатель пламя, разрушитель, ближний бой, громила, живой щит. О, я люблю за танков играть. Я люблю за танков играть. Ближний бой, атаки наскоком, пространство, время. Ну, типа, милишники тоже круто, но я хочу танком. Трикстер, по-моему, ёлыч Трикстера брал, да? Я видел у него синюю обилку. Пироман звучит неплохо. Техноман звучит как снайпер, у него даже в руках снайперка. Вот я, у меня выбор либо пиромант, либо разрушитель. Я хочу разрушителя, наверное. Можешь щелкнуть, там показывают. Ну, я так и думал. Ага. Вы станете на острие, атаки, прикрывая союзников, земля будет сотрясаться от вашей поступи, а враги дрожать от страха. У разрушителя пополняет запас здоровья, когда он убивает противников, находящихся рядом с ним. Пиромант, вы сможете испепелять целые отряды и заживлять свои раны, сжигая противников в огненном вихре. Пополняет запас, когда он убивает противников, на которых кинул метку с помощью своих навыков. И Трикстер, сможете искривлять пространство и время, неожиданно выскакивая за спиной у противника рога.
Трикстера пополняет запаска и частично восстанавливается щит, когда он убивает противника в ближнем бою. Геодеда! Чисто моя тема. Я люблю танками играть. Здесь, манипулируя аномалией, вы сможете заставлять двигаться постройки и подчинять их своей воле, чтобы оказывать помощь союзникам, уничтожать противников издалека. У техноманта пополняет запас здоровья, когда он наносит урон противникам. Просто. Ну, понятно. Не, ну поехали. Я выбираю разрушителя. Я выбираю разрушителя. Ну, пироман звучит на самом деле неплохо, но... Я, это будет мой путь. Вы действительно хотите? Позднее изменить выбор невозможно. Да. Громила, живой щит.